Добрый день. У меня наконец-то появился профессор Пирамингс. Не от компании Мефферт, а от компании Юксин. На коробочке написано 5 на 5 триангл куб Юксин. Ничего не написано, лишь слегка помято. Есть логотип Юксин и что-то еще. Опять пусто. Снизу техническая информация. И сверху картинка самой пирамидки. 5 на 5 триангл куб. Дизайнер Дерек, если я правильно читаю. Что же это такое? Ну, внутри, помимо пирамидки, нет ничего. Поэтому коробочку можно отложить. Смотрим на саму головоломку. Это пирамидка 5 на 5. И здесь действительно 5 слоев. Была такая пирамидка от компании Мефферт. Очень старая, ненадежная, дорогая. Трудно было купить, но возможно. Я покупать ее не стал, ждал, когда кто-то из современных производителей справится с этой задачей. И вот первой стала компания Юксин. Хотя до этого пирамидку 4x4 выпускали и Шэнгшоу, и ЧИ, да и сами Юксин тоже 4x4 выпустили. Мастер Пирамингс. Но поскольку от ЧИ меня полностью устраивала пирамидка, а Юксин была не магнитной, я ее тоже брать не стал. Но 5 на 5 брать нужно было обязательно. Смотрим, что здесь. Логотипчик Юксин маленький, и это наклейка. Внутри черный пластик с сотами, вот такими вот модными. И на черном пластике цветные пластинки. Цветов пирамидки 4, все они здесь присутствуют. Смотрится очень даже хорошо. Как я понимаю, технически нельзя выполнить пирамидку 5 на 5 и выше не скругленную, поэтому мы видим такую подушкообразную. А я ее пособирал, и после нее мастер пирамид кажется вогнутым. Ну, это такие кратковременные впечатления. Но если повертеть мастер пирамид подольше, то ощущение проходит. А что здесь? Магнитов нет, но есть механизм фиксации, который вполне справляется. Чем мельче грань, тем легче она вращается. Все 5 слоев работают, уголочек маленький, вращается не очень удобно, он из пальцев иногда выскальзывает, но вращать можно. Напомню, что базовой головоломкой является обычная пирамидка 3 на 3, у которой должен быть и уголок, еще один слой и третий. Вот трехслойная. Потом мастер пирамингс, то есть пирамингс 3 на 3. Пирамингс 4 на 4 называют мастер пирамингс. И пирамингс 5 на 5 это уже профессор. Да, если ее вот так вот сделать, то похоже на елочку. Я такой даже пост делал. Так вот, немножечко на елку похоже. Как раз Новый год прошел и новогоднее настроение. Я делал сборку на скорость. Можно собирать быстрее, но как бы собрать быстрее, чем Дмитрий Родин, у меня вряд ли получится. А для меня это был уже результат неплохой. 2 минуты 55 секунд. Но если вы смотрели эту сборку, там было много пауз, и собрать можно было гораздо быстрее, если потренироваться. Ну, просто я не стал. Для себя я понял, как это собирается, поэтому давайте перемешаем и посмотрим, как это происходит. Я собирал по-разному. Сначала центры, потом ребра, либо сначала ребра, потом центры. Для центров выводил сложные какие-то алгоритмы, которые, ну, алгоритмы сами не сложные, но перемещения там были из 6 элементов. Я их просчитывал, делал кучу сетап-мувов. Это было неэффективно. В итоге оказалось проще собрать сначала центры, потом ребра, и потом уже как обычную пирамидку и расставить в конце центры, так же как и на мастер пирамидкс. А по строению давайте посмотрим, а то я сразу перемешал. Центры теперь из 4 элементов. Центральный и 3 одинаковых на вид треугольничка, один центральный и 3 по краям. Центры перемещаются, мы вращаем этот желтый центр. Перемещаются, неподвижными являются углы.
То есть вот уголок неподвижен, может только вращаться. Уголки стандартные, как на обычной пирамидке, но ребра теперь состоят из большого количества элементов. 1, 2, 3, 4, 5. Это как на Magic Tower 7x7. Кстати, у пирамидки Magic Tower, естественно, есть некие схожие моменты в сборке. Причем и паритет здесь возможен на профессор Пирамингсе. И я его решил так же, как на Magic Tower 4x4. На нечетных моделях Magic Tower паритетов нет. Кстати, вот, версия 5x5 Magic Tower, и мы видим разницу. Да? У Magic Tower центров больше, то есть вот основной центрик, и рядом с ним еще 6. Здесь же рядом 3. Ребра из 3 элементов, здесь из 5. Вроде бы обе 5-слойные, но здесь по факту вращается 3 слоя. Да? Ну, считается, что это 5x5. Если мы повернем Magic Tower, то вращая минимальное количество слоев, возможное от угла, мы перемещаем сразу 4 центральных элемента. Здесь же на профессор Пирамингсе можем вращать вообще, не задевая центры, и можем вращать, задевая только один центральный элемент, ну или перемещая весь центр. Как же собрать? Ну, для начала соберем любой центр, абсолютно неважно как. Вот зеленый я вижу. Это похоже на Magic Tower 4x4. Да? Здесь центр из 3 элементов, а здесь из 4. Ну, просто здесь вокруг одного собираем, там на любом месте. И здесь нельзя перепутать расположение центров из-за того, что центральный элемент есть. И это хорошо, паритетом меньше. Собрали один, собираем еще какой-то вот. Второй свободно собираем. И два оставшихся уже с возвратными движениями. Так. Так. У нас не получится собрать центры в другом порядке. Вот, собрались, и уже хорошо. А у них всегда порядок будет правильный. Вернее, порядок будет такой, что центры потом расставить можно будет знакомыми нам алгоритмами из пирамидки 4x4. Потому что перемещать центры все-таки придется. Но это позже. Далее я собираю ребра. И здесь вот, что не всегда удобно увидеть, это вот эти элементы, у которых цвета не рядом друг с другом, то есть у них нет общего ребра, общая точка. Да? Вот эти элементы, этот синий-красный, вот этот желто-зеленый, их тяжело различать, когда пирамидка сильно перемешана. Главное собрать средние три элемента, крайние собираются гораздо проще. Ну, к примеру, есть вот такая вот парочка. К ней можно поставить вот сюда средний синий-красный элемент. Его поищем. Можно поставить вот так, но центры разрушаются. Поэтому я беру постановку головоломки, как для Magic Tower. Объединяю. Отвожу в сторону. Заменяю на какое-нибудь несобранное ребро. И далее восстанавливаю центры. В итоге получается здесь вот три элемента в ряд. Это пока бесполезный. Нужно сначала вот этот поставить. Чтобы поставить сюда еще один синий-красный, его надо найти для начала. Ну и здесь можно поступить разными способами. К примеру, его поставить на место уже существующих, развернуть при помощи флипа и отменить первое движение. И вот у нас стало 4. И сюда еще нужен синий-красный маленький элемент. Просто повернем, так как остальное пока не ломается. Вот первое ребро готово. Осталось еще 5. Всего ребер 6. Одно ребро собранное. Смотрим дальше. Вот здесь 2 сине-желтых. А можем называть вот эти вот крупные ребра большими, крайние маленькими, а вот это средним. У них есть свой механизм передвижения. При случае покажу. Ну, смотрим, что здесь. Берем в нужное положение. А здесь вот 2 элемента, и здесь 2. Мы можем, конечно, сделать вот так, тогда будет не очень хорошо. Развернем. Объединяем вот таким образом. Заменяем на несобранное. Возвращаем. Так, вот получилось сине-желтое. И маленькое ребро сюда легко встанет, но вот это сине-красное надо не разрушить. Так. Вот появилось второе ребро. Поставим их
поближе. Собираем дальше. Здесь два зелено-красных есть. Что? А, вот. Хорошая ситуация. Большое зелено-синее и среднее зелено-синее. Надо найти еще одно большое. По пути можно вот эти уголки разворачивать, которые с пальца выскальзывают. Кстати, сама головка глянцевая и приятная на ощупь. Так, сине-зеленый. И вот сине-зеленые элементы. Их надо как-то дружить. Если я поставлю вот так, то у меня вот этот зелененький пропадет. Надо поменять. И вот. Два вот этих. Ну, главное, вот этот большой элемент. И вот этот большой с развернутым средним. Мы выбиваем большой. Флипом разворачиваем. И возвращаем. И вот у нас 4 стало. Уголок. А, сюда нужно еще один синий-зеленый. Ищем его. Вот он нашелся. Здесь собранное. Поменяем, чтобы не сломать. И вот. Мы собрали 3 ребра. И крайние элементики пока собираются очень легко. Так, 3 есть. Собираем дальше. Ну вот опять хорошая ситуация. Красно-желтый, который можно развернуть. Кем будем разворачивать? Вот этим красно-желтым. Не всегда его легко заметить, но он тут есть. Выбиваем. Делаем флип. Флип обычный из Magic Tower. Такой же из 5 на 5. Так, готово. И сюда нужно еще красно-желтый крайний элемент. Ищем его, подводим и смотрим, можем ли мы повернуть. Оказывается, что 4 ребра тоже собраны. Да, и у нас осталось... Нет, собрано у нас 3 ребра, мы 4 собираем, значит еще можно. Подвернем и сюда какой-нибудь менее собранной стороной доворачиваем. И вот собрано уже 4 ребра. Ну дальше только флипами. Смотрим, что здесь есть. Ну, вот развернутый зеленый. Можно по-всякому. Развернем не так, а как-нибудь вот так. Рабочая сторона. Вот это будем выбивать. Вот этим зеленым. Выбиваем. Делаем флип. Т, У штрих. Р, У, Р штрих, Ф. Р штрих, Ф штрих. И возвращаю центры. В итоге остается вот такая вот конструкция, которая решается опять же флипом. Ну, потому что у нас уже нет свободных ребер, не собранных. Значит, вот этот элемент ставим на это место, где он должно быть, выбивая элемент такого же цвета. Делаем тот же самый флип. И возвращаем. Здесь, кстати, можно использовать флип из Master Pyraminx, который я показывал. К примеру, сделаем вот так. RV, D-штрих, RV. Да, и обратно. И вот у нас получается как раз похожая ситуация. Чтобы ее решить, опять выбиваем. RV, D-штрих, RV. Ну, на уголках, если удобно так перехватить, то можно делать. Ну и вернуть это на место. А так и обычный флип из Magic Tower тоже здесь работает весьма эффективно. А дальше, докрутив все уголки, мы получаем этап 3 на 3. Но сейчас у нас паритета не было. Примерно месяц, наверное, назад меня спрашивали в комментариях под обучающим видео про пирамидку 4 на 4, как собрать пирамидку 7 на 7, если в конце надо переставить два вот таких вот ребра. Понятно, что пирамидки 7 на 7 в серийном производстве пока нет. Ее можно собирать только в электронном виде, в приложениях, что я делать не люблю. Я тогда не нашелся, что ответить. Но у меня похожая ситуация возникла на 5 на 5. Сейчас я ее смоделирую. И выглядит она вот так. Вот сине-зеленое ребро и вот желто-красное ребро. Не знаю, возможно, человек уже разобрался с этой проблемой. Но она мне встретилась. Причем она... Может быть, а может не быть, как любой паритет.
И мне пришлось даже немного подумать, так как я не сразу понял, что в нечетной головоломке может быть паритет для четной. А почему вот эта ситуация какая-то странная? Ну, возьмем какую-нибудь чистую сторону, вот здесь все ребра собраны. Мы можем вот такими вот движениями, то есть сделать пиф-паф, переместить три вот этих средних ребра. Они, получается, работают точно так же, как стандартные ребра на пирамидке 3 на 3. Вот, перемещается по 3. А по 3, значит по 3. То есть вот эти мы решить обратно можем. Делать обратный пиф-паф, и они встанут на места. А здесь же нужно переставить 2. Вот одно и вот второе. А 2 мы пиф-пафом переставить не можем. В чем же проблема? Проблема в том, что неправильно собраны остальные элементы этих ребер. Их надо пересобрать. Точно так же, как в Magic Tower 4 на 4, когда возникает паритет перестановки двух больших ребер. А это и есть. Надо просто вот эти большие ребра поменять местами. Если вы умеете собирать Magic Tower 4 на 4, то алгоритм будет вам знаком. Он основан на тех же флипах. Значит, мы вот эту часть ребра ставим сюда и разворачиваем вот это ребро. Ставим. Делаем флип. Отменяем. Теперь у нас часть ребра отсюда, сине-зеленая, перешло вот сюда. И нужно вторую часть поставить тоже на это ребро. Ставим сюда. Делаем флип. И отменяем. И в итоге ребра поменялись местами. Я так понимаю, что проблема у человека в пирамидке 7 на 7 была точно такая же. И вот ее решение. Если он справился сам, конечно, хорошо, но вдруг кого это затруднит. Также может такое возникнуть, когда элементы стоят на местах, но не так развернуты. Вот они. Так, так. То есть все ребра собраны, и вот эти вот элементы средние неправильно развернуты. Это также можно смоделировать на обычной пирамидке. Будет выглядеть вот так. То есть флип двух ребер. Ну и решается, естественно, так же. Делаем пиф-паф, отводим назад и загоняем. Также здесь, чтобы развернуть вот эти два ребра, делаем пиф-паф, отводим назад и загоняем через левый угол. И все, других сложностей при сборке ребер я не встретил. Дальше собираем как обычную пирамидку. Так, не на той грани начал собирать. Собираем звезду. Первое ребро. Второе ребро. И третье ребро. Доворачиваем вверх. Определяем ситуацию. Обычная. Так, и что у нас? Ну, получилась классическая ситуация из Magic Tower, дома, куб, вот этих всех пирамидок с центрами, где нужно переставить только 4 центра. Здесь мы используем 3 пиф-пафа и меняем передний с нижним. То есть передний идет вниз, нижний вверх. И эти два задних тоже меняются. Просто делаем 3 пиф-пафа. И третий. И все, пирамидка собрана. Но также здесь возможно перемещение 3 центров, для чего придется применять формулу из Мастер Пирамидкса. Вниз, вверх против часовой, верхушечку обратно. Вверх, вверх против часовой, верхушку обратно. То есть средний слой вращаем. Вниз, вверх против часовой, верхушку обратно. Вверх. Так, так. И вот у нас перестановка 3 центров. Алгоритм, который я сейчас продемонстрировал, он передний отправляет вниз, а нижний назад, задний вперед. Слева грань должна быть собранная. Ну, можно сделать тот же алгоритм дважды, либо зеркально. И вот именно когда мы делаем алгоритм зеркально, здесь можно увидеть недостатки конструкции. Перехватим. Правая грань собрана. Значит, вниз, вверх против часовой,
вверх ручку, обратно. Вверх, вверх. Ну, не против часовой, а по часовой получается, если зеркально. Обратно. Вниз. Обратно. Вверх. Обратно. Ну, сейчас еще более-менее было, но иногда случается такое, что нужно повернуть вот этот верхний слой, и получается вот такой вот. Вот эта ребрышко входит вот сюда и не вращается. Ну, это из-за того возникает, что мы пытаемся вращать и слегка давим вниз, да? Выходит сюда. То есть надо либо вот так, но она все равно продолжает чуть пошевелить, и тогда вращается. Вот такой здесь недостаток есть. Ну, во-первых, это маленькие уголки еще, тугие. И вот этот хорошо вращающий слой, но иногда заедающий. Так он заедает, и вот одно ребро можно вытащить. Но это не критично. Я понимаю, что конструкция головоломки сложная. И, в принципе, на скорость собирать можно. Вращается, ну, не то чтобы сильно быстро, но терпимо. Если мы возьмем мастер пирамидс, то, конечно, все было полегче. Ну и что сказать? Можно ли покупать такой профессор пирамидс? Да, конечно, можно. Я потратил на него чуть меньше 2000, покупал в Китае. В России на момент записи где-то за 2300 можно приобрести. Ну, без учета доставки, конечно. Не сильно дорого, вполне достойно. Мне кажется, аналог от Мефферта стоило не меньше. Уже давно в продаже не видел, но, вероятно, где-то купить можно. Ну, в Китае точно. В общем, головоломка меня порадовала. То есть я научился ее собирать разными способами. После чего решил пособирать на скорость, записал видео сборки. И вот сейчас записываю этот анбоксинг. И пока впечатления у меня приятные. Да, не скажу, что эта пирамидка идеальна, есть что дорабатывать, но пока это лучше из того, что есть на рынке. Здесь можно вот на собрано делать вот такие вот пиф-пафики, да, и перемещать только вот эти ребра. Также можно делать пиф-пафы такие, здесь столько слоев, а здесь столько, и перемещать вот так вот ребра. Но это уже для других способов сборки, которые мне показались менее эффективными. То есть можно собирать по-разному. Я даже собирал центры, используя разные алгоритмы. К примеру, можно вращать вот столько слоев и вот эту вот верхнюю часть с одним центриком обратно. То есть делаем похожий алгоритм для паритета. Опять вниз и обратно. И получался, кажется, вот такой трицикл, но он не трицикл. Тут еще четвертый участвует. Я изначально думал, что идет такое перемещение. Отсюда сюда, отсюда сюда, отсюда сюда, отсюда, тот красный, сюда. Но оказалось все несколько сложнее. Вот этот нижний идет сюда, отсюда желтый переходит сюда, этот желтый переходит сюда, этот сюда и этот синий вниз. То есть гораздо больше элементов перемещается, и таким образом я собирал. Да, там ребра собираются чуть попроще, но вот эта колхота с центрами мне не очень понравилась. И просчитывать это не всегда просто, хотя возможно. То есть в конце могут оставаться два центра, и их можно этим же алгоритмом переставить, используя различные там сетап-мувы, и иногда их много. Поэтому сборка центров в конце мне показалась неэффективна. Если у кого-то есть трициклы какие-нибудь, кто переставляет только три элемента, удобные, приятные, красивые, напишите их в комментариях. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока.